хороший матч, несмотря на счет. Как бы матч все равно был тяжелым. Сибирь хороший соперник. Хорошая команда, всегда навязывает силовой хоккей. Как бы даже несмотря на счет, нам как бы, эта победа была не очень легко. Ну и хорошо, что реализовали все свои моменты. И как бы с хорошим счетом для болельщиков, для себя. Закончили так первый этап перед отдыхом. Было сегодня важно сыграть на ноль? Ну, каждый матч хочется играть на ноль, как бы и помочь и вратарю, и Нике, чтобы как бы приходила уверенность в команду. Каждый раз на собраниях мы говорим, что надо сыграть строго в обороне, и как бы ну, не всегда получается. Если говорить конкретно о тебе, отправляешься сейчас в расположение молодежной сборной, как настрой? Ну, конечно, настрой боевой, всегда хочется закрепиться. Тем более, это первый мой вызов, как бы всегда хочется попасть в состав сборной и как бы защищать герб на груди. Как бы оценил свои шансы на возможное попадание на МЧО? Я не знаю, мне кажется, у всех шансы равные. Главное трудиться, работать и как бы не опускать руки, там ни на кого не смотреть. Как бы у всех шансы равные. И каждый может попасть на МЧО.